Всем доброго дня, уважаемые поклонники стиля милитари, люди, которым интересно знать правдивую информацию без всяких приукрашиваний о продукции Helicon Tex. Сегодня мы продолжаем обещанную серию рассмотрения и тестирования рубашек новой модификации МК-2 в различном исполнении, с различного материала, для различного климата и так далее, так далее. Это наш не последний обзор, вступительный. Внизу будет под описанием обязательно ссылки на предыдущие обзоры. Что мы сегодня делаем? Мы сегодня презентацию очередной модели. И в этой презентации мы расскажем о том, как производитель и в каких условиях рекомендует эксплуатировать данную рубашку. Мы с этой рубашкой уже познакомились в первичном легком таком тесте, в чем и в каких условиях это все выражается и заключается. Это город, это температура 27-28 градусов плюс по Цельсию, многолюдная толпа, пешее передвижение, передвижение в гористой географии города и продолжительность, вернее, этого передвижения более 10 часов. О том, какие мои были ощущения и как это все дело происходило, вы все это дело услышите, частично увидите. Ну, а пока вы посмотрите презентацию, как я там передвигался, в каких условиях, городских прежде всего, чтобы вы понимали, что чистота эксперимента для нас важнее всего, я вам расскажу для знающих и понимающих людей назначение этой модели. Итак, вы видите, как я буду ходить по городу, передвигаться в температурном режиме 27-28 градусов. Для чего же эта рубашка была сделана? Эта рубашка позиционируется как рубашка, если так перевести дословно, тактического джентльмена. Мы уже с вами обсудили юмористическое назначение, слово «тактический», поэтому возвращаться к этому не будем. Смотрите все в предыдущих обзорах. Итак, что же Helicon Tex подразумевает под словом «тактический джентльмен»? Это прежде всего рубашка, которая обеспечивает свободу передвижений. Производитель говорит, что можно носить легкий бронежилет, скрыть под рубашку, небольшую кобуру с оружием. Правда, для меня это загадка, как можно под этой рубашкой скрыть даже небольшую кобуру, но тем не менее. Это из личного как бы общения с производителем. Может, кто подскажет, поделится опытом, как это можно сделать, чтобы это было незаметно именно под рубашкой. В отношении легкого бронежилета я не спорю. Потом дальше. В соответствии с этим человек сливается с толпой, его не видно, ему комфортно, хорошо, и он может выполнять, не привлекая к себе внимания, определенные задачи. Выглядеть как обычный горожанин, городской житель. Эта рубашка должна также сочетать в себе элегантный вид. И в этой рубашке можно выполнять не только тактические какие-то значения, а вполне, скажем, туристические, городские туристические, активный отдых. Все без вопросов в этом отношении. Рубашка изготовлена из технологической полиэстеровой ткани. Вот. Ну, на ощупь она тактильно напоминает тонкий хлопок. Материал хорошо отводит от тела влагу и очень быстро моментально сохнет. Под мышками имеется вентиляционная сетка, дополнительное удобство для крепления очков в виде шлевок со стороны груди, карманы на велкро, закрывающиеся, как обычно все в моделях МК-2. Далее, все эти молнии, которые имеются в этой модели, они японского производителя YKK. Помимо
молний хорошего качества, как я вам говорил. Модель она приталенная идет. Размер, я отвечаю сразу на вопросы, какие обычно мне задают, XL на мне. Он стандартный для приталенного вида этого изделия. Полностью ориентируйтесь данными по таблице, и вы, в принципе, не ошибетесь, которые указаны в описании. Далее, воротничок позиционируется, воротничок стойка. Никаких тут пуговичек для крепления вот этих уголков нету. Производитель просто уверяет и гарантирует, что при длительных стирках, эксплуатации, не обязательно его проутюживать, он будет иметь такой же аккуратный вид. Мы это все проверим, я это всегда повторяю. Далее, вы видите, что на мне закасаны рукава. Это я подкасал, потому что мне просто так удобно. Удобно, и имеется возможность их закасать, имеется возможность их не закасывать. В незакасанном виде эта рубашка, вот видите, я опустил рукав, он у меня значительно больше. Для чего я это все вам специально демонстрирую? Людям, у которых хороший, статный, высокий рост, 190, 185, 195, часто проблема такая, что не хватает длины рукава. Поэтому всегда немножко подтягивая, я его застегиваю на вторую пуговицу, чтобы плотнее в запястье. И вы видите, у меня абсолютно эта длина скрадывается в виде складок и абсолютно не портит внешний вид. Но аналогично, соответственно, с этой руки. По карманам я уже вам повторял, на велкро и боковой. Все стандартно, как по модели МК-2. Было у меня оговорка такая, я пробовал по мобильным телефонам, на рекламных роликах у производителей все часто тут вкладывается какое-то устройство для навигации или телефон. Честно говоря, можно носить, все нормально, но кого это не раздражает, потому что ткань она воздушная, легкая, и все, что вы ложите в этот карман, такого тяжелого прямоугольного формата, как телефоны, он немножко натягивает материал, он деформируется по внешнему виду. Кому это не принципиально, то есть смело можно носить этот телефон. Далее, я как-то был рассказывал в предыдущих обзорах, что неплохо было бы производителю сделать запасную пуговицу в этой модели. Запасная пуговица есть, и она во всех моделях есть. Я вам потом покажу, где она находится. Приношу свои извинения, что сразу это не заметил. Запасная пуговица, почему это важная детализация? Потому что это фирменная пуговица с логотипом производителя. И таким образом вот эти вот пуговицы, сразу даю вам подсказку, отвечая на вопрос, можно или нет отличить подделку. Так вот, когда мы с производителем беседовали год назад, я всегда говорил, что торговые марки, которые уже значимо страдают от подделки, от копий, от все, они пытаются защититься теми или иными способами. Один из видов защиты – это множество разных деталей с именем, логотипом производителя, на которые, ну, не хотят тратиться те люди, которые занимаются копиями, потому что это на самом деле затратно. Одно дело, когда ты заказываешь 1000 пуговиц, а когда тебе надо подделать там или еще что-то. Ну и плюс, как бы, все эти вещи, они имеют патент, европатент, очень важный момент. Поэтому запасная пуговица с логотипом производителя имеется, она пришита внутри, я покажу. Материал 100% полиэстер, mechanical stretch. Такая новая модификация материала. Далее, стандартная для этих новых моделей, предназначена для теплого климата, прежде всего для городского, защита от ультрафиолета UPF-30. Это значит, что 97% ультрафиолетового излучения не попадет, когда вы передвигаетесь под прямыми солнечными лучами, не попадет на вашу кожу, на ваше тело. На всякий случай сразу напомню, кто не смотрел предыдущие обзоры, что многие люди думают, я надел хлопковую майку, солнце тоже не проходит, как в тени. Друзья, не надо путать ультрафиолет и солнечный свет. Они хоть как бы имеют природу происхождения одну, но
проникновение совсем разное. Через хлопковую майку, вот если мы берем 100%, по-моему, 13% из 100 не попадает на кожу, а порядка 83% попадает на кожу. Это вам для сравнения. В данном случае я покажу вам на просвет эту ткань, она просвечивается как паутина. 93% ультрафиолета остается за границей проникновения к вашей коже. Будем испытывать эту рубашку, будем испытывать, прежде всего, как я уже говорил в предыдущих обзорах, меня интересует при соприкосновении со шлевками, с поясными, когда рубашку в заправленном виде носишь, когда она потрется где-нибудь про какой-нибудь велкро-панель или еще что-нибудь, будет ли замахрение, будет ли петли, будет ли расползание материала и так далее, что будет после стирок, после всего этого. Сейчас я сниму рубашку, покажу вам, как она на просвет, и расскажу о как ухаживать. Итак, еще один маленький момент, друзья, прошу прощения. Стоимость. Стоимость этой рубашки ориентировочно в розничной продаже планируется 48 или 49 евро. Все те обзоры, которые мы сейчас делаем, это дорогие вещи. На них вы, конечно, безусловно, после того, когда мы закончим тестирование, все можете делать у нас заказы, предзаказы. Кто хочет получить оригинальный товар, не стесняйтесь. Но мы немножечко установим статус-кво. Такой у нас порядок. Мы любим и доверяем производителю Helicon Tex, но хочется убедиться. Ну, доверяй и проверяй. И производителю это пойдет на пользу. И прежде всего нам с вами всем. Сейчас вернемся к материалу, и я расскажу о средствах ухода. Продолжаем наш обзор. Посмотрите, вот эта стандартная маркировка Helicon Tex. Видимо, что сделано для Польши. Рубашка произведена во Вьетнаме. На воротнике нету никакой, вот как предыдущая модель я показывал, вставочки такой нашивки, просто стандартный материал. Материал нового поколения. Это уже 21 век. Вот это ламинированная такая сеточка под карманы. Такая же сетка имеется под, в районе под, ну, подмышками, назовем так. Это вентиляционные такие вещи. Могу сразу сказать, когда я передвигался и потел, вот эта вся часть, она, конечно, потом у меня, ну, намокала от пота, я врать не буду, что прямо такая вентиляция, что аж все. Но стоило мне чуть-чуть вот замереть, перестать двигаться, ну, буквально 15-20 секунд, максимум минута. Я действительно был такой взмыленный, и у меня вся эта, вся вот эта часть высыхала абсолютно, включая и спину также. Дальше запасная пуговичка. Обратите внимание, с левой стороны от рубашки имеется вот такая вот нашивочка, где указано средство ухода, о которых я вам сейчас расскажу, и, соответственно, пуговичка. Пуговица фирменного образца. Вам все видно. По средствам ухода, друзья, не забываем, значит, 30 градусов температурка воды, никаких отбеливателей, никакой сушки, в барабанной сушке, отжима там, ничего такого не надо делать. Обыкновенный щадящий режим. Постирали, достали, без всякого отжима. Ну, бывает там какая-то там еще режимы в стиральной машине. Встряхнули, повесили, высохли. По утюжке, ну, производитель говорит, тут до 110 градусов можно утюгом пользоваться. Но я считаю, что это ни к чему. Оно прекрасно и так все выглядеть будет. Материал устойчивый к заминаниям, к всяким. Все в этом отношении без проблем. По этому материалу. Посмотрим сейчас на солнце. Посмотрите на просвет этот материал. Он легкий, как паутина. Вот смотрите, я руку вставлю на солнце. Все видно. Я проверял, знаете, даже так вот прикладывал планшет, посмотрел, ну, можно ли в темное время читать. Если приложить к монитору,
то можно и даже читать через эту рубашку. Единственное, что вот видите, вот эти вот штучки, да, полосы такие, это когда в рубашке ездишь в автомобиль или сидишь, вот эти вот заминания, они образуются. Наверное, их можно разутюжить, если очень постараться. Но после стирки, я думаю, они также останутся. Либо с этим смириться надо, либо еще что-то. Видите, нового поколения материал. Mechanical Stretch называется. Он имеет эластичность, имеет возможность быстро сохнуть. Так вот, чтобы он сказать, что он прямо тянется, нет. Но сейчас подхвачу его, секунду, вот. Небольшие такие подвижки есть в этом материале, то есть он тянется. Подводим итог нашему первичному, как обычно, затянувшемуся обзору. Итак, материал рубашки 21 век, новое поколение. Рубашка предназначена для эксплуатации в городском режиме, в интенсивном, агрессивном режиме, при солнечной высокой активности, высоких температурах. Рубашка, когда мы потеем, она очень-очень, подчеркиваю это, хорошо собирает воду с поверхности и тут же вывозит транзитом. Сохнет моментально. Как она будет в обслуживании и что остальное, мы это увидим на практике. Как она будет взаимодействовать с какой-то навеской, рюкзаком и все прочее, тоже узнаем на практике. Если под рубашку наденем майку, и эта майка позволит нам рубашку эксплуатировать отдельно в более прохладном режиме, это когда 15-10 градусов, не надевая ни на чего сверху. Все уточним, все проверим. Ближайшие 2-3 месяца будет пауза, и после этого будем подводить итог. Я вам все покажу, все сниму, как оно есть, как в принципе и по всем моделям. У кого есть какой-то опыт использования уже данных моделей, в них реально можно запутаться, каких только нет, напоминаю, это тактический джентльмен, tactical gentleman. Вот. Пишите, делитесь вашими мнениями. Как обычно, за это мы всегда вам признательны, потому что на базе этого, на основе этого мы сделаем выводы и рекомендации производителю. Всего доброго. С вами Камуфляж Бай. Только объективная информация.